важность вакцинации против гриппа решили доказать на своем примере ректор Виктор Рулевский и проректор Дмитрий Буинцев. В период пандемии и перед приходом сезонных респираторных заболеваний проведение прививок снизит общий рост заболеваемости, обезопасит окружающих. К тому же специалисты ожидают появления таких штаммов гриппа, от которых россияне раньше не прививались. Состав вакцины обновляется каждый год. Это высокоочищенный препарат, который активирует организм на борьбу с вирусом и формирует устойчивый продолжительный иммунитет. Однако происходит это через 3-4 недели после вакцинации, поэтому сделать прививку нужно заранее, до начала эпидсезона. В этот период и пройдет первый этап вакцинации для студентов ТУСУРа. С 12 по 15 октября в 6, 3, 5 и 1 общежитиях с 11 до 17 часов их будут ждать медики. Перед прививкой врач делает осмотр и выдает разрешение.